Значит так, не было других запросов, больше чем запросов на моем канале именно на это видео. И это... Димаш? Извиняюсь, если я произнесла неправильно, но это видео называется SOS Славянский базар. Я без понятия. Итак, давайте начнем. Если вы тут впервые, меня зовут Карли Шеа, и добро пожаловать на мой канал. И давайте же узнаем, что это такое. Okay. Oh, wow. Oh. Я извиняюсь, но я не ожидала. Я вообще не ожидала, что его голос будет звучать вот так красиво. Боже мой! Oh. Я извиняюсь, этот парень может петь все части дуэта. Что? Он только что спустился на несколько октав. О, май... And back up. Вот это диапазон. Вот это у него диапазон. Боже мой. Кто вообще способен на такое? О, май... У меня появляется одержимость из-за его смен октав. What? Извините, что? Только что он сделал. Oh my gosh. Он в буквальном смысле выглядит как самый идеальный человек. А потом у него еще и такой голос. Боже мой, как у тебя столько много октав в одном вокальном диапазоне? Кто-нибудь считал, сколько мух залетело в мой рот из-за того, что я долго его держал открытым? Боже мой, я не знаю, что еще сказать. Ну и что же сказать? Я не понимаю, как он может петь во всех этих октавах и еще так без усилий. What the heck? О, май гаш. Мой мозг просто взорван. Я хочу, чтобы он спел на моей свадьбе. Я, конечно, не выхожу замуж, но я хочу, чтобы он там спел. Боже мой, что? Он настоящий?
so powerful. Меня больше трогают эти нижние его октавы. Да нет, если быть честной, то это все его октавы. Мне кажется, меня телепортировали. Я даже не знаю, что только что произошло. Это было невероятно. Боже мой! Если кто-нибудь хочет посчитать, сколько раз я сказала «Боже мой», пожалуйста, не делайте этого, потому что это было много. Это была самая потрясающая вещь, которую я когда-либо слышала. У него самый безумный вокальный диапазон. Это вообще самый безумный вокал, который я когда-либо слышала от певца. Это было просто потрясающе. Теперь я понимаю, почему многие люди рекомендовали мне эту песню. Теперь я просто не могу дождаться сделать следующую реакцию на его песни. Если у вас есть для нее рекомендации, пожалуйста, оставьте эти рекомендации под ее видео и скажите, что вы от меня. Но, боже мой, моя челюсть была опущена буквально 99% времени. Потрясающе, потрясающе. Спасибо за то, что смотрели это видео вместе со мной. И спасибо, что слушали мой перевод. Пожалуйста, не забудьте подписываться.